И родителям напоминаю, что у ребенка должен быть светоотражающий элемент, который поможет ему быть видимым для водителей в темное время суток. Капитан «Авангарда» Денис Куляш от имени всей команды пообещал болельщикам выиграть главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Более 12 тысяч мячей пришли на традиционный предстартовый фестиваль «Территория «Авангарда». Ну и сюрпризы там не иссякали. Репортаж Владимира Истомина. Задорный момент присутствовал в каждом активе, представленном клубом. Хоккей на песке, намек на длинный сезон, вплоть до финала. Аттракцион сумоистов обещал обилие силовой борьбы. Пернатые в мини-зоопарке ходили с гордо поднятыми головами. Мне все понравилось, все очень, все замечательно. Спасибо большое клубу. Забросил пару шайб, уложил соперника на лопатки, тайм-аут. Автограф-шоу и угощение на любой вкус. Мороженое от Николая Глухова и Евгения Кулика. Пиццу приготовило трио Костин, Петров, Черников. Арбузы от Александра Пережогина. Все под классную музыку. Прекрасные эмоции у взрослых и у детей. Детская зона понравилась. Понравился гольф и там гигантский боулинг. Ну, конечно, угощение от команды, пирожное фирменное, очень понравилось. Главный сюрприз ждал болельщиков внутри арены. Новый видеокуб пленил всех собравшихся яркостью и четкостью картинки. А еще улучшился свет, залит новый лед. События на площадке теперь великолепно транслируются в любую точку зала. Я хочу пожелать нашей команде прежде всего веру в себя, веру в победу и, конечно же, достижение результатов, которые мы перед собой поставили. Хоккеисты дали слово не подкачать и здорово выглядели в предстартовом мастер-шоу. Денис Паршин и Кирилл Рассказов блеснули в конкурсе снайперов. Вратари Доминик Фурха и Денис Костин здорово отражали буллиты, спасовали только перед младшим Кулешом. Доверили рамку отцу. Это не помогло. Капитану пришлось исправляться. Он выиграл конкурс на самый сильный бросок. Почин сделан. Впереди первые матчи сезона. Они хотят преподнести сюрприз нам, болельщикам. Они все это делают для нас. И вот это все, что они придумали, это было, конечно, очень. Ну а буллит, отец против сына. Тренировались, видать, дома, значит. Дэнни обыграл его. Ну это все великолепно. Матч открытия «Авангарда» 25 августа. На арене Омск ястребы сразятся с Салаватом Юлаевым. Начало игры в 19:30. Владимир Истомин, Сергей Гаврилов, «Антенна 7».